с вами интернет-магазин «Инструмент-центр». Сегодня у нас идет в обзоре набор инструмента от компании FOS. Код товара 41082R9. Это набор 12-гранный, 108 на 108 предметов. Аналогично есть на 6 граней. И есть еще такой же самый набор. Это с головками Surface или SuperLock. Сегодня у нас 12-гранный набор. Сразу вам покажу пример 12-гранных головок. Вот головка из набора. Видите, 12 граней. Она подходит и для 6-гранного профиля, подходит и для 12-гранных болтов. То есть она более универсальная и более удобнее в работе. В труднодоступных местах ее можно переставить. И вот обычный 6-гранный профиль. Это головка из другого набора. Чтобы вы понимали разницу. Наборы по форце — это профессиональный инструмент высокого качества. Имеют хорошую демократичную цену на наборы, то есть цена-качество, можно сказать, идеальная. Наборы производятся на острове Тайвань. Две трещотки в наборе идут на 24 зуба, они силовые. Хотел бы похвалить, очень хорошие трещотки, нет такого расхлябанного механизма, очень туго прокручивается и нету люфта на трещотках. Есть реверс, то есть флажковый переключатель. Право-влево, кнопка быстрого сброса головки. И также есть фиксация. Вставили, опустили, она держится у вас на трещотке. Длина трещотки под 1/2 дюйма, большая трещотка, составляет 255 мм. Рукоятка здесь пластиковая. Хотел бы еще отметить, в 108 наборах 6-гранных рукоятка идет зеленого цвета, темно-зеленого. В 12-гранных наборах рукоятка идет черного цвета. Трещотка под 1/4 дюйма маленькая, также с реверсом. Длина 140 мм, рукоятка также пластиковая. И на всем инструменте из набора, это также подтверждает, что набор у вас не подделка, как некоторые спрашивают. Есть номер по каталогу, вот, допустим, на трещотке. Большой, есть номер 802-43, вот по этому номеру вы можете найти инструмент в каталоге FOS. Есть каталог, покажу вам, вот такой бумажный, с номерами и с инструментом внутри, вот видите, тут кода. Вот по этим кодам вы можете найти в этом каталоге данную трещотку. И такой каталог есть в PDF формате, также в интернете вы можете найти. Далее удлинители, под 1/2 дюйма два удлинителя. 250 мм и 125 мм. 125 мм удлинитель, он идет с шара. То есть головкой можно работать под наклоном. Видите, она двигается. Как на шарнире идет. Удобно, если трудно наступном месте, нужно под углом вам что-то закрутить. Также на удлинителях имеются номера. Удлинитель 250 мм служит так же, как Т-образный вороток. Этот адаптер можете использовать для перехода с 3/8 на 1/2. Так, Т-образный вороток еще под 1/4 дюйма. Длина 11 сантиметров. И удлинитель 100 мм и 50 мм. Это под 1/4. Два удлинителя еще. Два кардана. Под 1/4 и под 1/2. Не буду доставать его отсюда. Карданы здесь скреплены металлическими вставками, но под 1/2 он идет усиленный. Видите, черные вставки — это хром молибденовая сталь. Отверточная рукоятка, длина 150 мм, ручка здесь полностью идет пластиковая. Можно подсоединить трещотку, сюда получаем отвертку с реверсом. Также можете сюда подсоединять вороток, если нужно сорвать. Данная отверточная рукоятка применяется с битами, которые прессованы уже в переходник. Или можете применять с головками под 1/4.
Так, по битам под 1/4 у нас дюйма биты идут уже с переходником, то есть с адаптером прессованы. Под 1/2 биты применяются с адаптером отдельно. Вот такой адаптер в комплекте идет. Вставляете сюда биту нужную вам и подсоединяете уже или вороток, или трещотку. Все биты пронумерованы по ячейкам, в которых они находятся. То есть на пластике есть нумерация, и также головки пронумерованы. Набор Г-образных ключей шестигранных. Две свечные головки 16 и 21 мм. Внутри они имеют резиновые вставки. В наборе профиль 12-гранный, есть головки под 1/4 и под 1/2 дюйма. Также есть профиль еще торкс, головки торкс. Общее количество их 13 штук. Самая маленькая по торксу у нас идет Е4, звездочка. И самая большая Е24. Это внутренний торкс. Под 1/4 головки 12-гранные 13 штук. Самая маленькая у нас здесь на 4 мм идет. И самая большая головка на 14 12-гранная. Под 1/2 дюйма 17 головок. Самая маленькая 10 12 граней. И самая большая 32 мм 12-гранная. Вес головки 158 грамм. Вы видите особенность головок Force, то что они снизу идут зауженные. Но это никоим образом не влияет на их крепость. Это тоже проверено. Очень много людей пользуются на СТО данными наборами. И очень-очень много отзывов вы можете почитать в интернете. В верхней крышке набор бит показал и головки длинные. Общее количество 13 штук. Самая маленькая на 6 мм. Длинная. И самая большая у нас 22 мм. 12-гранная. Плотно очень инструмент защелкивается в крышке. Трудновато достать его, но это плюс, потому что он у вас не будет тарахтеть и выпадать из верхней крышки. Также инструмент защелкивается и в нижней. Тоже плотно очень. Вот видите, что все держится на своих местах. Материал изготовления инструмента хром ванадиевая сталь. И сверху нанесено матовое защитное покрытие на инструмент. Каких-то дефектов литья или сколов мы не заметили на инструменте. Все отлично отполировано и нанесено защитное покрытие на инструмент. Состоит кейс из двух частей. Кейс черного цвета идет. Крышки соединены, зависы пластиковые. Запирание набора на металлические защелки. На защелке также имеется надпись «Форсе». Покажем сам кейс. В наборах с шестигранным профилем форсе на 108 предметов данная вот наклейка, которая идет, на которой указывается вот 41082R9, это маркировка 12-гранного набора, также написано 12-гранные головки, сделана в Тайвань, она имеет цвет белый. 12-гранная головка, вот набор, который у нас в видеообзоре, данная наклейка идет черная. То есть не путались, что если вдруг вы заказали 12-гранный набор, вам пришел с черной наклейкой, то значит это подделка. Нет, просто они отличаются по маркировке и по цвету. Как видели, трещотки, ручки на трещотках также идут черные. Запирание без лишних усилий, все плавно. Вес набора составляет 7,9 килограмма. Ширина 44 сантиметра, длина с рукояткой 35, высота 8 сантиметров. На верхней крышке логотип FORS с надписью Professional Tools. Есть также отверстие для запирания набора на замок. Вот такой вот набор профессиональный. Рекомендуем покупки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, кому это видео помогло с выбором набора инструмента. До свидания.